Ладно, ребята, зима. 1 апреля вот так у меня в саду было. Сегодня фильм снимал, видели? Вышло три фильма сегодня. Снег еще не сошел весь до сих пор. Ну, небольшой, но минус. А уже 10 апреля. Вот, Сергей прививает, но вынужден немножко обморозить и задницу, и руки, но что поделать. Это Сибирь. Значит, вот это я пытаюсь развеять, вот это вот самое, что. Это человек в ранге почетного агронома, в ранге кандидата наук, авторитетный человек, уже много раз фамилию называл. Вот. Железовские саженцы в Европейской России, ну, имеется в виду Средняя Россия, замерзнет, потому что у него теплее, чем в России. Вот это да. Вот я вынужден вот эти фотографии показывать. Вот эти. Теперь про, это называется еще не омоложение. Просто мне надо, чтобы эти деревья, вот видите, сильнейшая обрезка, чтобы эти деревья выбросили множество мелких веток, которые я использую на прививку. Сергей использует. Но при этом самое главное, это же учеба. Никогда, никогда не отрезайте, сделав вот эту, назовите омолаживающей обрезкой. Назовите обрезка для производства черенков. Но никогда ветки, которые ниже, не отрезайте. И уж тем более не делайте рану на конце. Вот. Вот здесь, пожалуйста. Ну, сказать, что, ну, сколько ему? Лет 15. Омолаживающее. Главное, вот эти ветки не отрезать. Вот. А сама обрезка, это не то, что тех ребят, которые нанимают. 5-10 тысяч платят. А если большой запущенный сад, и 20 тысяч заплатят им, чтобы они все эти ветки поотрезали. Вот. А я вам говорю, никогда ни одной не отрезайте. Вот. А у них вот это, вот все наоборот, смотрите, я говорю, нижнее не трогать, это святое. Просто поверьте мне. Вам кажется, какое безобразное дерево, какая-то, как бы сказать-то, неряшливость. Ну разве можно так? Да оно некрасивое. Вот красивое. Чистое, голенастое. На наших глазах отрезают полсотни веток от самого низу до высшей головы, вот просто все подряд. Вот просто взять, отрезать, и называется это самое. Обрезка дерева. А у нее цель другая, у нее цель продержаться полчаса, и гонорар готов. Для меня это серебряники, а для нее это гонорар. Повод придумать можно. Ветки лишние, вот они, все лишние. Знаете, сколько она их вырезала? Ужас. Вот. Ну, а потом, когда обрезка закончилась, вы видели в фильме, я показывал. Сегодня так горько было. Там была другая куча, там, где идет это. На том участке противоположном тоже резали. Вот. Там сотни великолепнейших побегов. Вот. Академиков, веток абрикосовых. Ну, не только абрикосовых, но в основном академики, королевские, баи. Вот. Фаины. Все это... Костер сейчас подсохнет, будет сожжено. Вот. И вот все это можно было бы всю страну, все научно-исследовательские институты, даже бы хорошо бы вузы бы, чтобы уже учить, чтобы студент уже привил и увидел вот такие вот плоды. Ничего не надо, никому не надо. И вот это какое-то зловещее молчание. Питомники, им бы обновить бы ассортимент. Ведь вы знаете, крупнейший питомник, опять же не буду называть, он выпускает саженцы, и у него в этих саженцах десяток наименований груш. А они все несъедобны. Люди растят, столько лет растят, наконец-то раз, если возможно. И второй, и десятый, и сотый, и тысячный человек. Взять, перейти на нормальные сорта, вот они, эти нормальные сорта, вот это. Сегодня ко мне с Абакана приехал молодой мужчина, женщина. А их папа, он был на громкой связи. Они всего 14 черенков у меня купили. Ну вот дошли мы до груш. Память Яковлева, он не слышал про память. А мужик ведливый, мужик грамотный. Память Яковлева, я говорю, это шедевр. Ну давайте, ладно. Вот. Я говорю,
Скороспелка Мичурина. Знает. Они мелковаты, но вкусные. Но мелковаты, не буду брать. Вот. Вот такой наш уровень. А человек уже все распробовал, а оказывается, не все. Чувствую на том стороне этого самого провода грамотнейший мужик, ну, судя по голосу, может, даже старше меня. Грамотнейший мужик, толковый. Ну, знать, конечно, все не может. И вот увез 4 черенка, в том числе груш. Но это простой человек, и таких примеров немного. А плодопитомники, обновить ассортимент, это же так легко. Для этого надо иметь маточный сад. Нет сада. Нету. И где-то скромно приписано. Мы покупаем у других сибирских, запятая, и уральских плодопитомников. А там откуда черешни? Там откуда персик? Там откуда вот эти абрикосы красивые, которые из фотографии-то, из интернета? Там откуда? Ты один сибирский перекупил у другого? Вот это есть. А наука? Тоже ничего. Где ученые это? Где? Как, когда они это начнут выписывать комбинировки в Сибирь? Еще немного, ничего не останется у Бруннера, Лозенкова. Возможно. Ведь такие люди, они же штучные изделия, попробуй повтори после них. А останавливаться нельзя. Вот это все будет сожжено. Я вам показывал, здесь персики тоже. Ну пусть самые ценные персики уже у меня в этом. Ну, если... Ну, тут все так же можно проявить. Может, не то, что хуже качество. Ну, сами понимаете. Или сильно тонкие, или сильно толстые. Ну, по специалисту они бы, знаете, как расцвели бы. Саяногорск. Красивый город, да? Знаете, что они делают? Дурью маются. Они просто дурью маются. Есть огромное количество людей, техники. Приближаю. Видите? Вот. Сейчас они... Тут вот, где они работают, они выгребают листья, которые упали осенью. Так. До этого, как они выгребали, все было точно так же. Если лист не считать мусором, ну просто не считать его мусором. Вот не мусор, это и все. Не мусор. И пусть бы лежало бы еще год, потом бы пробилась бы через него трава, но эти вообще до конца перегнило бы, потому что это еда для этих самых деревьев. Это скараулы, они грабят деревья, они грабят страну, они грабят городскую казну. Техника, бензин, зарплата, здоровенные мужики, их бы куда-нибудь действительно бы это самое. Столько людей заняты этим делом, и в каждом городе. Ладно бы на этим, Саяногорск, я бы просто запретил бы. Я сказал бы, это же наши деньги, ведь нам опять подняли эту. Как смеялись, на 500 рублей подняли там пенсию. И на несколько тысяч под это. А там наверху вот так вот. Ура, у нас это. Сразу цифры исправили, у нас теперь нищих гораздо меньше стало. За один год, да. Да. Сразу два раза меньше. А эти люди чем занимаются? И этих мужиков бы в шахту бы, наверное, больше пользы было бы. Дурную работу совершенно не нужно. Мало того, грабительскую. Но ведь это никому голову не... Потом будут белить. Потом будут красить эти бордюры. Потом будут белить деревья. Вот. Да, выпиливание идет дикое. Там, где надо, выпиливать. А где не надо, тоже выпиливают. Это опять работа. Это опять эти самые. Чья-то зарплата, чья-то доходы. Идет распил нашего бюджета. Каждый из нас платит теперь с Нового года или с какого там. Вот. 1,5 раза больше. В нищей стране, с нищими зарплатами, с нищими пенсиями. Вот они, работяги. Я это называю скрытой безработица. Зато при деле. Скромная зарплата, зато вроде при деле, вроде делом заняты, зато баррикады не пойдут. Ну, это мы уже проходили, похоже, это Белкина работа. Потому что я не мог понять, а мне Макаров фотографии прислал, как белка грызет орех. Какой орех? Грецкий. А это манжурский. Похоже, белка.
Ну, кто еще может разгреть его? То, что это, кувалдой разбивать надо. Скорее всего, это. Так что, спасибо, Макар, а то я начал с ума сходить. Ну, как может мышь расколоть этот орех?